Такое бывает раз в жизни, говорят коллеги, прославившегося на всю страну Куаныша Нахапаева. Все случилось недалеко от стройобъекта, где работает Куаныш. Возвращаясь домой после трудового дня, мужчина увидел на дороге неприметную барсетку. Открыл ее, а внутри оказалось ни много ни мало 2 миллиона тенге. Барсетка того. Я иду и смотрю, барсетка, в ней деньги. Мне сначала стало страшно, но потом решил посмотреть, может, там документы. Там нашел визитку и стал по номеру звонить. Нашли владельца, он приехал и был растерян. От радости всучил мне 10 тысяч и ушел. Вот и все. А утром мне говорят, что я стал известен. Звонят журналисты, мне так стыдно и неудобно. Это ведь нормальный поступок уважающего себя человека. Зачем раздувать все? Должность у Куаныша ответственная. Он работает за складом большого строительного участка. За 6 лет безупречной работы руководство и коллеги ни разу не усомнились в его порядочности. За проявленную честность руководство компании решило поощрить мужчину своему сотруднику Куанышу Нахапаеву. Они вручили 200 тысяч тенге. Я думаю, что я знаю всех своих сотрудников, прям, что они бы сделали конкретно в определенных случаях. Каждый бы сотрудник Murai Construction сделал бы то же самое. Я в этом не сомневаюсь, и я горд вот этим, то, что это проявилось в конкретном случае. Конкретный человек, конкретный случай, конкретные деньги и результат. Интернет-пользователи этот поступок расценивают по-разному. Одни шутят, мол, нужно было деньги забрать, другие хвалят и желают всех благ. Но большинство удивлены тем, что простой, добрый поступок сегодня расценивается как героический. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Талгат Абдинабиев, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.